Дни призывника в Сочи проходят регулярно. Обычно для юношей до призывного возраста проводят экскурсии в воинские части. Цель – познакомить будущих защитников Отечества с армейским бытом. По традиции, действующие солдаты показывают школьникам оружие и технику, которые стоят на вооружении российской армии, рассказывают об особенностях строевой подготовки и жизни солдат в условиях казармы. Молодой человек, он должен понимать свою сущность и свое предназначение в жизни. Это защитник своей семьи, защитник своего города, защитник своей родины. Это прежде всего. И это, я думаю, главное, то, что мы сегодня должны им преподнести. Нас преподают в школе, еще я занимался армейским рукопашным боем в клубе «Гренадер». Там тоже очень хорошо развита военная подготовка. Я собираюсь поступать в военное училище на летчика. Но несмотря на хорошую подготовку нынешних школьников, как говорят в военкомате, зачастую многие призывники не готовы к армии не столько физически, сколько психологически. И именно такие экскурсии могут помочь школьникам преодолеть этот барьер перед прохождением воинской службы.